Здравствуйте, товарищ браконьер. Как вас зовут? Шановный Валерий. Как вас? Я не браконьер. Давайте снимаем сети сейчас. У меня сетей немає. Я понял. Судово. Я наблюдаю за депутатом, который ставит сети. Честно скажу, уже давно, уже люди звонят. Это не там, где вы любите докладывать. Я вам все говорю, просто вы обнаглели. Пол села звонит, простите. Є в човні риба, хлопці? Немає, все, до свидания. Товарищ браконьер, иди снимай сети, не надо меня толкать, короче, не надо мне угрожать, короче. Уважаемый. Валер, нет, ну... Предупреждаем вас. Нет, я говорю честно. Предупреждаем вас, послушайте, мать. Что? Не перебивайте. Давай. Еще раз на воде с сетками, и будет очень печально. Валер. Вам все хорошо. Валер. Я тебе кажу, вот я тебе кажу, как есть. Значит, стоит, примет. Да. Вы меня услышали по поводу на воде с сетками, да?